Не везет так не везет. Екатеринбуржец с ножевым ранением по пути в больницу попал в аварию. Скорую помощь, перевозившую больного, на перекрестке не пропустила такси. Выезжал со двора на зеленый сигнал светофора, получается, и как бы не до конца совершил. Оттуда увидел, что скорая как бы с пропусковыми маячками. Я остановился, пропустил, как бы там было место проехать. И они в нас все равно врезались. По словам очевидцев, машина скорой ехала с включенными спецсигналами. Однако на перекрестке Бардин-Решетникова ей не уступил дорогу легковой автомобиль. Ее водитель пояснил, что заметил карету слишком поздно. От удара такси развернуло, его пассажирка получила сотрясение мозга, но от госпитализации отказалась. Вдвойне пострадавшего, раненого, ехавшего в скорой помощи, увезли в больницу на другой машине. Его состояние врачи сейчас оценивают как удовлетворительное.